Итак, всем огромный привет, приветствую вас, мои друзья и гости канала, и просто те, кто собирается в Сочи, особенно те люди, которые едут в Сочи на своем автомобиле. Часто так получается, что мои подписчики задают мне вопрос: Максим, где там можно быстренько сделать ТО, или где можно поменять тормозные колодки, потому что по закону подлости почему-то тормозные колодки, либо там тормозные диски приходят в негодность именно в Сочи. Не знаю, с чем это связано. До последнего неохота, так скажем, менять, охота доездить. У меня то же самое. И давайте посмотрим. Вот у нас компания Альфа Авто. У нас занимается тем, что парни здесь делают вовремя ТО. Например, я сейчас пригнал машину, и по сути получается, они могут взять сейчас и поменять все, что у них в наличии, все есть, понимаете? Ну реально в наличии все есть. Поэтому давайте вам покажу магазин, зайду на экскурсию, думаю, на меня ругаться не будет. Привет, я покажу вам экскурсию по магазину. Вот такой вот магазинчик, можете сюда к ним обращаться. Наверное, это самая большая ценность вот у них, что у них в наличии все есть, понимаете? Вот я, например, машину Nissan обслуживал у официалов, и у официалов у меня были в наличии только тормозные колодки. Когда я отдал машину сюда к ним, сейчас я покажу, дайте мне заказ наряд прошлый, я скажу, что у них было в наличии на Nissan, хотя они не специализируются на Nissan. Я так понял, вы можете здесь и Renault, Logan, и Touareg обслужить при желании, все что угодно. У парней здесь есть бокс, точнее даже 4, да, машинное место, если не ошибаюсь. 4 бокса, да, поэтому можете быть уверены 100%, что загоните машину на свою ТОшку, и вам обязательно помогут. Потому что, как правило, это обычно часто такие, скажем, поломки, это либо фильтр по дороге у вас, что-то с ним случается, либо это тормозные диски, либо тормозные колодки. А у некоторых, конечно, и подходит у нас к финишу масло. Итак, давайте я вам покажу просто для интереса, что у них было в наличии. Я при этом их не предупреждал. К примеру, был пыльник, был ступица, была ступица, еще одна была. Стойка стабилизатора была. Стойка стабилизатора еще одна левая была. Масло трансмиссионное было. А в Nissan ничего этого не было. Хотя они специализируются на этих автомобилях. На самом деле, что хорошо, вы можете здесь оставить машину. Рядышком есть у нас место, где можно перекусить. Сейчас я вам покажу. Ну и давайте все-таки вам покажу. Хороший выбор. Все у них есть в наличии. Очень много грамот, сертификатов. И, если не ошибаюсь, еще могут и печать поставить вам, да, в книжке. Еще и печать вам поставить в книжке, что не какого-нибудь там делали у дяди Ашота или дяди Азата, а действительно хорошая компания. И еще при этом они делают скидки, я знаю, 100%. Мне дали скидочную карту. Все, огромное спасибо. Поехали дальше. Смотрите, тут же вы можете помыть автомобиль и посмотреть в автомобиле, что там у вас случилось за поездку. Поэтому тоже очень много у нас боксов для мойки. И здесь же у нас, даже если у них не будет каких-либо запчастей, здесь рядышком у нас есть и шиномонтажка. Кстати, тоже я здесь покупал у нас резину зимнюю. И самое главное, что я когда купил резину, у меня другую резину, да, взяли на хранение бесплатно, потому что я у них переобулся. Тут же у нас есть столовая Highway. Я могу сказать, что там тоже очень вкусно готовят. Единственное, что нет кальяна, но в целом готовят очень даже хорошо. И здесь у нас все под видеонаблюдением. И вы знаете, что даже если вдруг машина у вас осталась, например, на неопределенное время на ремонт, да, например, до следующего утра, то с ней ничего здесь не случится. Находится на улице Транспортная. Не могу вам сказать точный адрес. В общем, перед тем, как если ехать со стороны Адлера по Транспортной, ехать в сторону торгового центра Олимп, то как раз вот на повороте у нас и будет вот такой вот авто, такой вот, скажем, такой автомобильный, не знаю, такой правильно, автомобильный хайвей для вашего питомца. И ценность в том, что здесь действительно делают хорошо, здесь делают действительно качественно. И я, конечно же, машины сейчас свои обслуживаю только здесь. И, конечно же, вам рекомендую. Цены гораздо приятнее, чем у официальных дилеров. И самое главное, все есть в наличии. Это самая главная ценность данного места.
Ну и, конечно, рекомендую вам Альфа Авто. Хорошие парни, отзывчивые и действительно знают толк в своей работе. А теперь всем пока.